Всем привет! Я на канале Лерка, Валерка. И сегодня мы будем готовить Пасху. И нам до этого понадобится пачку вкусную и полезную. Козичка, которую снесла курочка. Сливочное масло. Гвозди. Сукачки. Сильный сахар. Изюмчик. И мука. И сахар. Вот такие формочки. Формочка для пасок. Ну что, начну? Как назад у нас Пасха святая. Приготовим пасочку. Наливаем молочко. Насыпаем дрожжи. Ну. Добавляем ванильный сахар. Все. Добавляем муку. Вымесаем аккуратно. Вот это косываем. Ставим на пару. Теплое место. На 40 минут. Потом вау, нас опал. Подошла. Аккуратно добавляем взбитый желток. Добавляй. Аккуратно. Добавляем растопленное масло. Ладно, перемешаем. Вот так вот добавляем взбитые белки.
Валенка, сын Валенка, сын Валенка, сын Валенка. Добавим оставшую муку. Да, я добавлю. Теплое место на 40 минут. Добавим изюм. И добавим тесто на цукаты. А цукаты были цукаты новыми. Смазываем формочки. Я помощница мамы. Приляпала. Вот такие у нас пасочки прикольные. Это моя топлина. Будем их смазывать и угасать. Вот такие у нас угасания есть. Это до кубика. Вот такие вот. Вот такие вот. Цветочкой и цыпленочкой. Мажем пасочку глазурью. Что я помощничка мамина, маленькая хозяйка. Всем пока! И подписывайтесь на канал.